Напоминаю, этот канал некоммерческий и нуждается в вашей поддержке, денежной, информационной и технической. Так как канал теперь под постоянными санкциями разной степени тяжести, подпишитесь на резервные ресурсы. Все данные в инфобоксе под любым видео. Спасибо всем откликнувшимся. Записки о колорадского таракана. Заметка в телеграм-канале за 17 февраля 2021 года. Еще относительно свежая память об историческом визите Зеленского и Милованова в Объединенные Арабские Эмираты. Он, визит, вне всякого сомнения, оставил глубокий след в ментальности братского народа Эмиратов вообще и в сознании шейха Мухаммеда ибн Рашид Аль-Мактума в частности. Во время визита украинская делегация презентовала вице-президенту и правителю Эмирата Дубай наградной, практически эксклюзивный автомат «Форд». Чудо украинского оборонпрома оказался неисправен. Шейх долго пытался присоединить к нему магазин, но не смог. Просто он был не того размера, не вставлялся короче. Когда товарищ Аль-Мактум попытался передернуть затвор, его ждало еще одно открытие. Затворная рама не работала, а вообще просто заклинила намертво. А кто у нас отвечал за подготовку подарков высокой принимающей стороне? Правильно, новоиспеченный руководитель Укроборонпрома Гусев. Как выяснилось, идиот, профессиональный. Опять опозорились. Перед Аль-Мактумом неудобно. И да, это очередная подстава Андрея Ермака, готовившего визит Зеленского в Объединенные Арабские Эмираты. Записки о колорадского таракана. В телеграм-канале за 17 февраля 2020 года. Как всегда, попали, в смысле вляпались.